Да, дорогой народ, мы сейчас празднуем всем нашим комьюнити, нашим обществом день рождения троих детей. И вот все перестрелки наши. Вроде мы соседи, любим друг друга, а такие перестрелки, такая война жестокая. Короче, в Ранчо Кордове находится такое место, Lucky Tucky называется, для детей. 10 баксов вход, целый день всю энергию выбивают, и дети потом спят хорошо. А вон мы. Итак, друзья, все нагоняли, возвратились в детство, особенно Виктор. Постреляли друг друга. Джессика с Вашингтона вообще всех расстреляла. И сейчас все идут куда? Сейчас узнаем. Мы посмотрим, что там делают дяди. Она вон там на месте. Вау, смотри, что здесь происходит. Еще один тур. Нет, есть еще один, я меня открыла. И киевский даже тур. Look at this, пицца. 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Саша, Дима, Демьян. Happy birthday. Что здесь написано было? Happy birthday. А можно мне вот это? Правильно. Что ты по-русски знаешь? День рождения. Правильно. Окей. Все наше комьюнити, все общество тусуется в комнате после громадных игр. А я на царском сиденье сижу. В общем, на самом деле не очень дорогая бюджет, если вы живете в местно, в Сакраменто хотите отпраздновать. Здесь два в городе вот таких walkie-talkie. Стоит на 15 человек, на 15 детей, взрослые бесплатно. Вместе с едой, которую они там, свои торты, свои пиццы, $300. То есть на семью по 100 баксов, если 3 именинника. Хорошая математика. Неплохо стоит для детей, классно. Короче, усилание. Вот такой вот тип. Для наших местных. Прикольная штука. Я тут вообще первый раз. Лео, выбирай. Малиновый или киевский торт какой? Киевский? Открывай ротик. Мандарин для того, чтобы замаскировать. Красава. Что надо сказать? Настя. Димка. Тетя, да, смотри в лицо и говори спа.
Спасибо, молодец. На здоровье. Вот и закончился праздник, день варенья. Happy birthday to Демьян, Саша и кого еще? Дима. Тебе подарочек подарили? Давай скажем, спасибо, everybody, что вы были с нами. Happy birthday всем деткам. И прощаемся. Подписывайтесь на канал и... Ставьте лайк. Лео в зеркало себя нашел.